Всем привет! Сегодня буду менять фильтр топливный и памперс, как его называют. Ну, фильтр тонкой очистки и грубой очистки. Для этого мы снимем эту сидушку, поддев его здесь рукой, и с той стороны тоже. Сидушка легко снимается. Сняв сидушку, здесь лючок вот этот откроем. Ну вот, снял я этот лючок, резиночку убрал. Сейчас отсоединю этот штекер. Почистить надо будет здесь все, чтобы туда ничего не попало, грязь, пыль. Так, далее очистил я вот тут все. Сейчас аккуратненько сниму вот здесь клипсу и откручу на 8 иголочки вот эти вокруг болты. Так, вот здесь я сейчас замотаю целлофанчиком, чтобы ничего туда не попало. Ну и вот, снял я аккуратненько, чтобы поплавок не согнуть, ничего не повредить. Сейчас будем разбирать. Так, ну далее мы сейчас эту часть снимем, эту часть снимем. Так, снял я эту часть нижнюю, стопор отсюда снял. И там вот фильтр грубой очистки снимем. Не забываем снимать вот этот обратный клапан. Он туго снимается, ну, на сальничке держится. По-моему, это обратный клапан, я так думаю. Далее снимаем сам насос. Сначала штекер, он тоже на сальничке держится. Ну вот, я снял. Снимается он легко. Все на резиночку. Здесь сальнички вот снимаю. Тут сальничек. Там еще пластмасска есть. И здесь сальничек. Ну и собираем, где наш новый фильтр. Все на новый фильтр. Вот, решил теперь его вскрыть вообще. Этот фильтр свой. Вот что в нем творится. Смотрите, как он черный. Оттуда чамр черный выходил. Сейчас посмотрим, что у нас есть вообще. Вот он какой. Так что советую чаще менять. Вот наш бензин. Собираем. В обратном порядке. Всем спасибо. До свидания.